В Пакистане набирают силу антикоррупционное расследование в отношении экс-премьера Наваза Шарифа. Бывший глава правительства не явился на слушание, поэтому суд выдал ордер на его арест. Дело завели после публикации так называемого «панамского досье». Документы показали, что родственники Шарифа владели офшорами, под управлением которых находилась дорогая недвижимость в Лондоне. Сам бывший премьер сейчас находится в британской столице вместе с женой, которая проходит лечение от рака. В конце июля Наваз Шариф был отстранен от власти решением Верховного суда Пакистана. Судьи единогласно постановили начать уголовное дело против премьера, его дочери и двух сыновей. Следующее заседание назначено на 3 ноября.